Приветствую всех на своем канале. Сегодня будет тема, затрагивающая весь мир, это коронавирус. В этом ролике я вам расскажу, что нужно делать, когда продолжаются волны пандемии и карантины. Из этих событий и новостей необходимо находить выгоду, которая принесет вам пользу. Итак, начнем. Какую выгоду можно получать, если ты сутками сидишь дома напролет? Выгода будет в том, что у тебя есть куча времени на реализацию своего будущего, которую ты должен создать и сделать все максимальное, чтобы это будущее было самое счастливое, самое обеспеченное, самое благополучное и самое успешное. Кому не секрет, в интернете можно научиться абсолютно любому навыку, профессии или деятельности, которой вы захотите заниматься. Чтобы научиться, вам нужно искать много информации на эту тему, много материала, который будет вас развивать. Ну а если вы решились все-таки развиваться по полному, то тут не обойтись без курсов на различную тематику. Данные курсы могут вас улучшить, сделать вас профессионалом в любой области, обеспечить вас навыками, с которыми вы будете зарабатывать себе на жизнь. Но прежде всего подумайте, нужен ли вам этот курс, верите этим людям, которые сделают вас профессионалом, и сколько вы готовы за это отдать средств. Также хочу подметить, что нужно иметь желание и стремление к этим областям. Если у вас нету желания и вы не уверены, то не совершайте лишних трат и действий. Иначе будете жалеть. Помните, вы должны сами обеспечивать себе прекрасную жизнь, за вас никто ничего делать не будет, вы должны сами преодолевать свой путь и решать все свои проблемы. Успех всегда к вам придет, если не сдаваться и всегда идти вперед. Все получали неудачи. Все бизнесмены, миллиардеры, богатейшие люди мира. Но они не сдавались, они всегда верили в себя и шли к своим целям, выполняя их до последнего. А на этом все, большое спасибо за просмотр данного видео, мне очень приятно, что вы смотрите мои видео. До новых встреч!